Привет всем любителям ролевых игр, вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение прохождения Baldur's Gate 3. К сожалению, на стримах проблемы были технические, поэтому я решил вот так пока позаписывать, может будет лучше, что ли, ну хотя бы так вот выложу, но опять же, стоит ли так делать, будет зависеть от ваших комментариев, лайков и прочего. Вот мы тут остановились в прошлый раз у входа в пещеру. Я думал туда заходить, не заходить. Наверное, стоит зайти. Как-то темновато, да, у нас тут? Тростник там. А, я думал как-то булыжник убрать. Да, я вспомнил, что тут должно быть какое-то возможность убирания булыжника. Вот он... Хотя мы можем так зайти, наверное. А, да, можно не убирать, даже булыжник было. Слава богу. Так, может, Астариона вперед отправить, как главного по ловушкам у нас. А, в другую сторону идти. Это мы отсюда пришли. А, давайте глянем. Что тут вообще? Или это уже проход? Нет, это проход, все правильно. Проверим ящички. Так, там сверху кто-то разговаривает, кстати. Если мы с ними драться будем, 8 уровня, но я думаю, что это doable. Так, давайте, наверное, Карлах вперед отправим теперь. Ой, еще и автосохранение произошло. Явно сейчас драка будет. Так, и тут еще и ловушки всякие. Так. Ага, их три, вот этот сверху. Неприятный чувачок будет. Отдать, наверное, отвлекающий удар сделаю. И далеко. Ой. Это я Лаизель случайно походил. Так, а тут можно... Атака-подсечка дистанционная. Может, поэтому тогда... Ну, чтобы он там сверху по нам не стрелял потом. Подожди, где дистанционная атака подсечка? Что-то я теперь уже ее потерял. Обезоруживающая. Отвлекающая. Блин. Атака, подсечка, ближний бой. Подождите, где? Только что же была атака, подсечка, дальний. Вот я, конечно... Ну, это против нежити. Так, что-то я тупанул сейчас. Подождите. Ну, короче, не могу найти никак. Может, я ее... Давайте обезоруживающую дальнюю атаку. Тоже не факт, что пройдет. Да, оружие потеряно, отлично. Он сверху уже стрелять не сможет. Зашибись. Так, теперь давайте еще по этой стрельнем. Подожди, а кто у нас тут? Это все какие-то... Ну, давайте вот по этому.
Все, закончилось действие. Сюда залезем. Надеюсь, стрелять не сможет. Ну и чё стоим? Все, зависло. Зашибись, бой. Я уже думал, Baldur's Gate весь пропатчен. Не, вот, что-то профурыжило, наконец. Так, ну Карлах тут сейчас наваляет, конечно. Так. Давай сначала безрассудную атаку. Так, у нас тут нету, да, напористую. Может заставить его потерять равновесие. Ну, кстати, чего нет? Пускай потеряет. Пройдет успеть. Давайте заменим. Да блин, я же заменил, а что он не свалился? Ладно. Вот этот рывок, но без арбалета. Видите, арбалет мы ему выбили из руки. Засада с преображением. Давайте не будем реагировать пока. Что-то там врасплох застал, не знаю, что это значит. Так, а можно как-то... А, вот. Два хода, броски атаки против существ имеют преимущество. Силы и ловкости. Штрафы будут. Так, ну залазим. Блин, вдвоем в одном месте стоят. Я не могу пойти, потому что тут зона контроля сейчас. Ладно, удар из-под тишка все равно пройдет. Потому что преимущество. И убили за счет крита. Зашибись. А, вот эти, что с ним сделалось. Какая цаца стала. Так, давайте особо вперед лезть не будем. Так, нету ли у нас тут масла? Ну давайте кинем все масло, чтобы замедлить движение, а если что, еще и подожжем. Если будет такая возможность чуть позже. Так. Завалили. Так, ну надо тогда сюда идти, на зону контроля это и устроим. А, блин, тут вообще масло, но мы прошли. У нас высокая ловкость. С другой стороны, у нас врасплох были. Врасплох был. Отлично. Ну, одна прошла. А и упала, кстати. Так, ну давайте... А, у нас действия не хватает. Тогда просто подойдем. Упала в масле. Так, ну нам теперь нельзя сюда. Я хотел, конечно, своим... Так, может, просто постреляем по ней?
Так, и надо чем-то стрелять, чтобы не поджечь. Главное... Хотя, слушайте, а что стрелять? Мы на следующий ход Лаизель. Собственно, мы и убьем там. Смысл. Все. Так, тут была где-то... Ух ты. Обездвиживатель. Зачарованное оружие. Это какой-то, кстати, паралич гуманоида. Может, тот самый, который мы прикончили отца Лоргана? О! Это мы случайно по квесту пошли. То я, наверное, это пока не буду давать, раз он квестовый. Тут у Астариона тоже крутые кинжалы. Ключ с цветным узором. Мы нашли ключ со странным цветочным узором одного из ассасинов-доппельгангеров под храмом Открытой Длани. Наверное, он открывает что-то наверху, надо разобраться. Нашли оружие, которым были убиты отец Лорган и Брилгар. Кинжал, смазанный паралитическим ядом. Это хорошая улика, но нам нужно что-то еще, чтобы доказать, что за преступлением стоит не просто какой-то убийца-беженец. Фигня. Ну, в принципе, можно взять. Слизь гусеницы для... покрытие оружия. Ну, давайте, не знаю, Лаизель отдадим, а тут что? Президент Далор талантлив, хотя несколько неосторожен. Он выбросил кинжал где-то здесь, в этих пещерах, хотя я не знаю где, но я чувствую запах. Мускусный запах страха от его убийства еще долго остается в воздухе, потому что он дает жертвам помариноваться. Они стоят, сидят, лежат, не в силах пошевелиться, пока яд наполняет их конечности свинцом и осознают только два непреложных факта. Они умирают, они ничего не могут с этим сделать. О, тело клоуна. Мы уже две части клоуна нашли. Добыть нетерийский камень Орин. Еще какой-то, блин, квест. Кстати, имеет ли смысл этот арбалет брать? 150 очков опыта, неизвестно за что получили. Нет, обычный арбалет.
Наверное, это заберем. А вот гранаты я, наверное, не буду делать. Ой. Нафига я это взял? Ну там можно перепрыгнуть. Action, not reaction. Какой-то кристалл. Ну и где он? Взяли какой-то виридовый кристалл, но что-то не видать в инвентаре. Так это, наверное, уже выход будет. Пока не пойдем. Так, ну и как нам этот рычаг? Ага, тут туда же, собственно, мы пришли опять. Так. Вот отсюда мы вышли, тут была бойка, вот сюда еще можно сходить. Хотя и тут, да ладно, давайте тут еще сначала полазаем. Какое-то место ритуалов, что ли? Серебряный стакал, стакан, боевой посох. Ну, такой. Обряды перехода. Пока ничего интересного. Блин, в кошельке тухлые яйца, спасибо. Вода не нужна, я думаю. И тут ничего интересного не будет. Так, тут выход. Кажется, что это выход на мельницу. Ну, вообще, давайте слазаем. Проверим, что на мельницу. А, нет, в храм. Может, тут пока поговорить или вернуться в подземелье? Подвисает немножко, да? Так, что за просьба об отдыхе? Скоро написано и слегка влажное прошение об отдыхе, в котором автор просит на 10 дней освободить его от служения Ильматору, чтобы он мог оплакать отца Лоргана.
Так, подождите, тут музыка у нас как включена. Да, громкость музыки. Чуть-чуть ее тише сделаем и. Правда, пока что-то я не слышу, чтобы какая-то музыка играла. Ода угнетенным. Чё я вообще Лаизель хожу? Ну, Скарлах вообще этот танк. Блин, хера ты тут встал. Сожги тени, в которых она скрывается. Сорви с ней маску, и ты увидишь ее истинное лицо. Дрожащего от страха ребенка. Это я случайно поговорить нажал. Ощущение, что сейчас на нас мертвые нападут. Давайте глянем, кстати, кто тут. Here lies Sister Shira Clawen. Date of birth unknown. Помочь духу амулета? Это что за квест у нас? Ага. Какой-то квест был, который... Вы прочитали дневник темного юстициара, это еще в прошлом акте было. В нем упоминался амулет огромной силы, который заставлял своего владельца смеяться. Амулет бросили в лаву. Мы нашли амулет, в который вселился дух. Надо с ним поговорить и выяснить, что он хочет. Мы нашли амулет, одержимый духом. Дух желает вернуться к своей внучке. Она живет в храме Открытой Длани на Драконьем Перекрестке. Мы узнали, что Шира Кларвин скончалась. Она похоронена в склепе под храмом. Ага, вот он. Опа. Он, этот дух вселился в тело внучки? Тело пустая шелуха. Поклялся я, что прогонюсь ее дурную манию и передам ее Ширье. Она должна была терпеть, должна была страдать, как заведено у ее бога Ильматера. Кто же теперь понесет безумие, что Шар наслал на меня, чтобы я больше не страдал? Быть может, ты? Давайте магию. Подумать о том, что ты знаешь о болезни монаха. Каковы последствия, если ее принять? Мы должны пройти, я думаю. Ну, то есть, если мы пройдем, кубик прокинется как надо, то... Мы узнаем, что тогда уже проходим. Сам монах и станет ответом. Отвратительный смех Таши – могучая сила, но за нее, быть может, придется поплатиться мудростью. Не, ну как бы мудрость для волшебника важна. Не хватало еще подхватить твое проклятие. Пусть наш союз завершится шуткой. Так и знал, сейчас драться будем. А, не могу, но заряд ярости. Блин, тут уже все 9 уровня. Отлично, упал. Ну, написано же потеря равновесия. Какого хера? Хотя у него написано потеря равновесия при атаке следующей. Но все-таки потерял, наверное, равновесие.
Нормально, они атакуют моих танков. Главное, чтобы мне не волшебника. Шатание, что за шатание? Так. Лаизель взмах вокруг может у нас сделать. Широкий взмах оружием, сразу несколько врагов до трех. О. Огонек сейчас будет. Везде попадаем. Так, еще есть круговая атака. Ну, давайте полечимся, раз бонусное действие. До долгого отдыха нет, ладно, не буду пока использовать. Вот тут есть преимущество. Преимущество, потому что окружен. О, все. Завершили квест. Я взываю к тебе, поделись со мной терпением. Мы его освободили? I hate it had to end like this. A torturous fate by any measure. Не, ну я точно не хотел получать его этот амулет. Here lies Flinster Sunseeker, born 1400 DR, died for... Here lies Satida Atana, born 1411 DR, died for... Here lies Reloric Windbane, born 1399 DR, died 1486 DR. Торс, ладонь. Торс и ладонь мы пока только нашли. Просто покончили с ним, теперь дух навсегда останется проклятым. Ну, блин, я не хотел принимать на себя эту... Его вот эту фигню. Нашли. Что-то внимательность сработала. Что мы увидели? Ловушка. А где она? Trust no one. А, вот она. Кстати, сложная. Ну а столько бонусов, что я думаю. Так, теперь вскрыть надо. A crooked touch. Эликсир психической устойчивости. Ну,
Ну, не знаю. Ну, давайте Карлок дадим. Я не особо тут, конечно, эликсиры применяю. Не буду ничего читать. О. Ну, отсюда мы прыгали. Я думаю, нет смысла туда идти. Давайте смотреть. Так, тут выход в храм. Надо вот сюда вернуться, вот это место еще посмотреть. Тут мы пришли. Вот тут еще мы не обсмотрели. Сохранимся. Так, по-моему, нету никуда прохода. Тут мы обсматривали все, вот сюда нам надо. Там еще какие-то трупы лежат. All dead. Trying to hide in the tunnels, I guess. Didn't work. Эти Мелькор что-то знакомое. Какой-то знакомый чувак. Это не из первого акта ли? Мама говорит, что надо чаще говорить спасибо, так что спасибо. Спасибо, что прогнали ту противную тетеньку, которая кричала на меня и говорила гадости. Ну вот уже, это уже три спасибо. Так что мама наверняка будет довольна. Да, кстати, вы нигде не видели моего плюшевого мишку. Кажется, он куда-то подевался, пока тетенька орала. Ну, попродаем. Серебряные ложки пропадают потом. Все кошельки либо пустые, либо там эти тухлые яйца. Так, ну, кажется... Колбасу еще возьму. На всякий пример. Ну, кажется, все тут в этом лагере. Обсмотрели. Нам надо еще вот туда зайти. Тут ничего интересного. Poison туман. Вот там, правда, сундук есть. Так.
Да нам надо, видимо... Блин, а как этот туман, смертельное облако убрать? Может, кому-то просто дать защиту от яда? Есть у нас что-нибудь? Или подождите, или огнем вообще? Ну-ка. Нет, огонь не убирает. Есть у нас какое-нибудь противоядие, там, защита? Обычный яд, это все яд. Вот, противоядие. Ну, давайте попробуем его использовать. Только надо из группы исключить Астериона. А то сейчас все вместе за ним побегут. Испытание провалено. А, вот, слушайте. Ну, кстати, урон он все равно наносит. Не, надо заново что-то делать. Странно вообще, конечно, урон наносится, хотя у нас противоядие вроде сделано. Ладно, загружаюсь. Так, еще одна попытка. Ну вот тут, короче, на что камень положить? Ну типа. Продух. О. О, блин, ну что-то как-то много, конечно, урона мы получили. А, тут еще дальше у нас, то есть тут еще где-то продух. Не, ну мы таким макаром никуда не придем. Сохранюсь еще. Блин, тут где-то камни должны быть, которые... Блин, как ты это разгонялся, этот смертельный туман? Я забыл реально. Что-то казалось огнем, но, видимо, не огнем. Может, водой. What now? At least things have stayed interesting. Слушайте, а он, кстати, летать же еще может. Well, hello. Если мы полетим. Или. Нет, или пока не может. I'll just help myself. Let's be quick. Ну, все равно я все забрал. Получил, правда, урон. Свиток полета. Indolence breeds madness. What a day. Hey ho. All's well that ends. Well, not as bad as it could have. Assume nothing. Странно, что тут, конечно, деньги разделены. Видите, у каждого отдельно. Ну, так у меня 1005 есть. Так понимаю, по деньгам. Если что. Так, туловище и рука у нас. Клоуна, кстати, лютню можно выкинуть, я думаю. Watch your back. There. Наверное, как-то лучше можно было тут эту ловушку обезвредить.
Если знаете, напишите мне в комментариях, пожалуйста. Они даже полет используют, чтобы не прыгать сами автоматом. Ой, а как вообще нам сюда не попасть? Извините. Блин, как-то можно... Блин, я забываю, там, по-моему, как-то... Либо долго удерживать, чтобы... Можно двигать инвентарь вот этот. А, о как. Так. Да блин, как пройти-то? Как будто прикалывается игра. Хорошо, если просто прыгнем. Отлично. Все. Так, где тут подъем наверх? Нам он ничего не рассказывал. Soup kitchen's no good if we've no one to feed soup to. Besides, Father Logan's gone. Murdered. Some folk didn't like how he looked after the refugees. At least, I hope they. Look, I need to finish up here. Lots of soup to clean up. Looks like a room key, maybe? Look, I need to finish up here. Lots of soup to clean up. Oh, good. Breathe deep and move. Так, блин, с кем поговорить здесь? Мы уже были, я помню, с этого цирка приходили. Боже, что-то горит. Надо спуститься вниз, глянуть, что там горит. Так, вот тут как раз этот мертвый отец Лорган. Пожалуйста, оставь меня быть. Это что, залетающий слоник? I have all the evidence I need. We don't even have the murder weapon. Details, details. Look, investigator. Brilgor might have been a criminal, but he was no murderer. You're missing something. You have to be. Enough, Yanis.
Это детектив. Listen to yourself. You are defending a man who ritually slaughtered your high priest. The evidence speaks for itself. Олег говорит сами за себя. Брилгор убивает отца Лоргана, а потом то ли чувство вины, то ли повинуясь извращенной логике, закалывается тем же кинжалом. Дело закрыто. Case closed, sister Yanis. Слониха паршивая. Прошу прощения, незнакомец, с таким словам совсем не место в храме Эльматора. Так, у вас явно какие-то разногласия. Two people just died on temple grounds. Investigator Valeria thinks it's a murder and is content to blame Brilgor, the politically convenient target. Если тебе кажется, что дознаватель халтурит, то убийство могу расследовать я. Feel free to look around the temple. But fair warning. The investigator won't change her mind without significant new evidence. Как думаешь, что мне следует искать? Valeria never found the murder weapon, so не нашла орудие убийства, стоит начать с этого. Anything вообще привиться. Так, но мы оружие убийства уже нашли. Charesse's caress would be my best bet. That's her usual haunt after closing a case. I really hope you find something. О, получаю вдохновение. How goes the search? Вот орудие убийства. That's it. Proof that Valeria missed some... If you can convince them of Brilgor's innocence. Может нас выслушать. Ладно, что еще скажешь? How goes the search? Где находится тело убитых? Behind us with Sister Rose. Да, но мы и с тем уже разговаривали. Мы их и нашли, и разговаривали с ними, так что... Так, тут мы в кухне уже были. Who deserves Elmater's grace? Why not? We are... We let more outsiders in, and more Baldurians die. Duke Stelnane, Father Lord... We have faith here, Bill. Faith in... Who had more faith than Father Lorcan? How did that work out? Exactly. Lorcan let a killer into our temple, Duke... Bill, I beg you, be quiet. Even sinners receive Ilmater's grace, and Father Lorgan knew that. We don't pick and choose who we aid. Thank you, stranger. I... Does Ilmater's service involve protecting heretic abs- Enough, Bill. You seem a kind soul. Art. Нас милосердным посчитали. The crying one weeps today. Our Father Lorgan is dead. I... The priests will open the temple up again. Yours... Так, ну мы вот тут еще не походили, наверное, стоит... В этих помещениях еще не были. Тут мы сходили. Вот где-то мы в пещеру спустились, получается, потом в храм попали. Курьерская служба побережья. Может заглянуть. Ладно, давайте пока храм доисследуем. Как-то вниз можно спуститься, не пойму только как. Да, что ли, надо? Ага, точно.
Так, тут никого нет. Можем пошариться по ящичкам. Don't touch me. With pleasure. Фу, блин, физический этот провал. Даже на такого вора, как Астерион, бывает, находит проруха. What's in here? Let's move. Сложнее замок уже был. Говно всякое. О, какое-то расследование. Ну-ка, все тут пройдем. Нет, не срабатывает расследование. Странно. Почему только у Астериона? Ну, такое, конечно, совсем какая-то мелочь. По 4 монетки с запертых сундуков. О, какие-то перчатки. Без оружия, если не надо будет продавать. У нас никого нету без оружия вроде. Делать мебель легко. No one stopped me yet. Moving in. It's not enough. Блин, опять случайно заговорил. I won't lie. But he's arrogant too. If he neither will I. But regardless, the plan is simple. Find him. Stop him from gaining almighty power. А, и все? То есть это все, что тут внизу есть? Я так сюда хотел. Ну, это выход на кладбище. Мы уже были. Сюда приходили. Так, тут вроде проходов никаких нету. По цирку мы тоже полаем. Ну, пошли в эту курьерскую службу побережья мечей. Стелмина мертва. The circus of the last days has returned. See Dryad's Lord Enver Gortash, the people's man, the gate's protector. New face, something to send. Don't be. Please. Welcome to Sword Coast Couriers. To send and to serve. Delivery not guaranteed. Доставка не гарантируется.
О, у меня для тебя плохая новость. Нашел труп твоего курьера, унес вот это письмо. Гамвик, that's a real shame. Fine courier he was. Даже не помню, когда это было. Честно говоря. Most want to get into the city these days, not leave it. We've had to cut our courier services completely. I'll tell you, it's left me in a right pickle. I've sent what I can. Найти пропавшие письма. Now something's attacking them and all. Еще и голуби атакуют. Become a postmaster, Danzo. It'll be easy. You sense there's more to his anxiety than a few missing letters. Давай на чистоту рассказывай. Oh, well, пропало одно личное письмо. A personal matter, nothing serious. But you can understand if сугубо интимное. I can't even my own letters, я смогу найти твою, только плату беру вперед. I suppose there's no harm in you taking a look. Bring me the letter, unopened. Так, что у нас тут за задания появились всякие? Твои головы пропадают. Почти мистер Данзо попросил нас отыскать и вернуть письма, которые они несли. Suppose you've stumbled across those let much appreciated. Жизнь клювана. Это про клоуна или чё? А нет, это какие-то. А клювана, наверное. От клюв. Блох, нет, много колтунов. Хороший мальчик. Шкряб все еще не нашелся. Вот, видите, тут шкряб был. Точнее, он у нас есть в лагере. Ой, это кто? Pigeons are very sensitive. They can't fly straight if... А, все, это вся инфа. Так, там нас дальше не пропускают пока. Еще вот тут мы не посмотрели. Ну, тут можно будет спуститься явно. Давайте еще раз поговорим. Там какой-то глюк был в прошлый раз. Они на меня напали, хотя они должны были. Ну, как это в чате написали. By orders of Lord Gortash, refugees are no longer allowed in the city. Do you have the means to support yourself? Right. Article 30.1. Your name? Alexei. Well met, citizen. Your parasite stirs. From the construct, you feel connection. Not just yet. State your business. Балдурец. Ага. Eyes open, body still. Зачем? The Watcher will communicate with our new intelligence directorate. The upstanding citizens have no reason to fear. And you are an upstanding citizen. Ладно, сделать, как она говорит. Behind the Watcher's gaze, a presence. Your party's prior transgressions are reflect. It has heard the howls of. It has seen the deep shadows of Grimf. It knows the cold walls of. The Watcher speaks. You are marked for special treatment. Not simply an enemy of the people, but an enemy of the Absolute. Come quietly, or die.
Так, приготовиться к бою. Please comply now, citizen. Eat this, you pile of junk! Villains, take heed. Вот, вот видите, сейчас нормально прошло. То есть у меня сейчас нету боя. Там неисправность. А в прошлый раз, когда я сюда подходил, вот точно такой же диалог был, абсолютно точно такой же. И почему-то началась битва с ними. Так, ну, короче, я могу пройти спокойно. Просто надо ли мне это сейчас... Пожалуй, пока нет. Пошли еще тут побегаем. That'll make a great headline. Ah, are you trying to got a minute to tell me about your experience at the gate today? I'm Lens. He wants some fluff piece about the heroic steel watch keeping the mob at bay. Whether or not that's the truth or we are. Mr. Needle's got seems like everything we write needs Gortash's approval. Can't recognize my own work. Oh, they know some of it. Most would rather bury. I'll try and get the truth across. Ну, спускайся. А, можно было по лиане опять спуститься. Опа. Вот тут какие-то... Ага, мы нашли еще какой-то вход в пещеру. Вот это, кстати, наверное, под мельницу поведет. Это кто такие? Давайте, Карвах, вперед. The boss is expecting you. Hasn't forgotten what you did for him at Moonrise. А, это видите, кому в лунных башнях помогли. Видимо, если бы не помогли, то сейчас была бы битва. Let's get going. At the ready. Да, мы им помогли спастись. Так, давай торговать. Шестьсот пятьдесят восемь монет у него. Так, это у нас было серебряные блюда, вот это вот я там наворовал. Осколок фиолетового флюорита. Ладно. Продадим, не знаю, нафига он. Сот пятьдесят восемь. Нормально.
Но это не он, их глава, по-моему. It's you. Wolbrun will want to see you. А, Wolbrun. Wolbrun надо найти. Ага, вот это явно к мельнику туда накладно. Давайте с Wolbrun поговорим. Good to see you. Wasn't sure you'd make it to the city. I spent a lot of time thinking of worst case scenarios while I was... I didn't imagine anything as bad as this. The Gondians have handed Enver Gortash the means to bring about the end of liberty in Baldur's Gate. And the citizens have rolled out the Red Resistance fighters, a few and far between. My iron hands, what's left of the Harpers, and you. I hope. Я с тобой. We don't have a chance unless the Steel Watch. They're a threat to you, me, and every man, woman, and they act all civilized, servant. When he becomes Grand Duke, it will only get worse. Laws will change, freedoms will vanish, and the fucking Gondians are to blame for all of it. Так, гондийцы просто изобретатели, нельзя винить за то, что делал Гортош. I can blame them for precisely that reason. Блин, он такой темный, что его практически не видно. Стало бы ты обвинять мага в том, как другие используют написанные им заклинания. And now they'll kiss Gortash's ring while this... I had a plan to put a stop to them. But the way things are now, if we stick our heads above ground, same as it always is. In this case, the foundry where these... Литейный устранить. ...are ingenious. But we're more than equal to them. There's nothing that... I've built something unique for just that. A rune powder Бомба из рунного пороха. First of its kind, get the bomb inside. Доставь бомбу на фабрику гондийцев, и бум, проблема решена. Problem solved. Может, гондийцы сами жертвы, а не злодеи? The Gondians picked their side the minute they took order. If they had any courage, they'd have refused. Now they'll die like the dogs they are. Не, давайте Гортош наш враг, а не гондийцы. Я поговорю с гондийцами. You want to try flapping your gums in the belly of the... But their idea of diplomacy is... So take the bomb. Just in case I'm right. Хорошо, возьму, но оставлю в крайнем случае. The foundry is in the lower city. Down by the docks. Getting inside won't be easy. But when you... The streets will be clear. Так, проверим, что это выход. Locked, but there's no keyhole. Must be a switch or something nearby. Переключатель должен рядом быть. А, вот он. Seems simple enough. Ну что, мельницы нет? Нет, универсальный магазин Ривингтона. Не совсем то, что я думал. Вот тут, я думал, мы с заброшенной мельницы вылезем. А что, искать пропавших голубей надо вот здесь? They'll come for our...
plenty of them. Safe for work. Anyone see the triad? What a genie! У нас перегрузка из-за бомбы. Ну что-то он ходит постоянно. В колодец можно спуститься, блин. Так, это что, все, что ли? Точно все. Просто убитого беженца тут нашли. Так, кошель. Так. I'd love to, thanks. Like it's will be done. Так, явно куда-то дальше можно еще пробраться. Точно. Несу грязный беженский нос куда не следует. Звучит подозрительно. О. Копаем. Эликсир устойчивости к яду. А при кого-то нету. Астерион не смог, что ли? Блин. Так, ну тут ощущение, что какой-то проход есть, да? Только вот как туда попасть? Тут держит этот камень. А ну куда-то пройти можно, да? Но камень этот держится. Какой-то механизм. Нам надо, видимо, вот сюда пройти. Посмотри, у меня такое ощущение, что где-то тут он выключается или включается.
И все. Ну, дальше никуда не пройти тут, ладно. Ну, где там все остальные? А что, по одному буду водить за ручку? Блин, я теперь прыгнуть не могу с Астарионом. Ой, смерть написана. Я, наверное, на этом закончу. Тут как-то очень странное перемещение. Ладно.